Хочу предложить вашему вниманию очень вкусные сэндвичи с красной рыбой и огурчиком. Выглядят они очень ярко, эффектно и аппетитно. Украсят любой праздничный стол или ужин с любимым человеком. Из простого набора продуктов можно приготовить очень эффектную закуску. Красную рыбу возьмите любую слабосоленую на свой вкус. Такие сэндвичи можно подавать не только на праздничный стол, но и взять с собой на природу. Это будет особенно вкусно. Как приготовить сэндвичи летние, смотрите в пошаговом рецепте. Подготовьте все необходимые ингредиенты. У тостов обрежьте корочки. Из них можно сделать сухарики. С помощью овощерезки нарежьте огурцы тонкими пластинами. Нож нужно двигать от себя. Рыбу и лук мелко нарежьте, заправьте лимонным соком и майонезом. Поперчите по вкусу и хорошо перемешайте. Все тосты с одной стороны смажьте сливочным сыром. На сыр выложите пластинки огурцов. Острым ножом обрежьте лишние хвостики огурцов. Один из тостов положите огурцом вниз, смажьте рыбной начинкой и сверху накройте вторым тостом. Получим вот такой симпатичный сэндвич. Заверните его в пищевую пленку или фольгу и уберите в холодильник, если не планируете пробовать сразу. Так сэндвич лучше склеится и не подсохнет. Перед подачей разрежьте сэндвичи на треугольники. Приятного аппетита!